Привет, здравствуй. Смотри, как я тебе и обещала, моя героическая борьба с этими освободителями. Смотри, рассказываю вкратце. Нам нужно сегодня сварить рис, чтобы кушать. Я открываю новую пачку риса. Ей-богу, не помню, когда я ее купила. 5 килограмм. Шикарный рис, шикарный, дорогущий рис. А, можно я еще? Вот не можно, мне все можно. Значит, забыла сказать, почему я сейчас говорю на русском. Потому что я считаю, чем больше я языков знаю, чем больше мои родные люди, то есть граждане Украины, знают языков, тем им легче бить врага. Это я так считаю. Слід розмовляти по-українськи. Это безобразие. Так вот, продолжу. Пересыпаю я вот в нашу такую стандартную банку, из которой потом беру рисик. И я не могу понять, что такое полезло, что такое один жучок. Я-то все в своих мыслях, что все плохо, что все капец, все паника, истерика, трындец в своих мыслях. Ага, значит, это, ну так одного придушила, мусорочку выбросил. Зачем я его мусорочку еще выбросила, я не знаю, такая добрая какая-то, не могу понять. Вот, потом, значит, это тудым-сюдым, и я думаю, подожди-ка, стоп, стоп, стоп. А ну-ка в банке, матерь Божья, полезла, полезла, дивіться. Посмотрите, какая здоровая, здоровая пачища, 5 килограмм риса, да, шикарного, дорогущего индийского риса. Вы такого не ели, едите там своей пропаренное что-то, басмати, шикарнейший рис. Да, запакованный, никто его в середине не трогал, у него хорошо, обложечка неплохая была. И вот при вскрытии оказалось, полезла, полезла чернь. Ну, что-то мне так жалко сначала стало, ну маленькие такие, а я такая большая, я же так вот расправлюсь это с ними, да. Ну вот они разлазятся, вот он разлазится, смотри, смотри, вот он. Нету его. Вот он. Нету его. Ой, а этот уже подох сам. Ой, твою ж дивизию. Чего ты такой? Ой, слабенький оказался. Ой, нету его. Ой, нету его. Ну, что делать? Я вот не буду заниматься ерундистикой, тратить на каждого время. Я сейчас возьму еще один вот такой пакетик, этот с дырочкой. Да, я не хочу, чтобы это вот это вот скверно, вот это вот, видите, вот это скверно, это она вот, чтобы убегала, куда-то распространялась. Я сейчас возьму плотненький пакетик, все сложу, выхожу за пределы моего дома. У нас там есть прекрасная мусорка. Прекрасно. Ребята, за 5 лет жизни в Эмиратах моих я ни разу не помню ни одного дня, чтобы мусорка не приехала. Неважно, полно там мусора, не полно. Ребятки, слышите? Полно, не полно. Я не видела, чтоб мусор к вечеру, и уже вечером, 10 часов в 11 его нету. Стоит все чистенько и аккуратненько. Вот так, ребятушки. Так что собираемся. Что хотите, то и делайте. Ваше право. Но будем идти. Надо идти. Так что, ребята, это я. Это не фейк. Я живой человек. Я Наташа. Привет. Сегодня 28 число. 28 февраля. По эмиратскому времени. Слышите, иншалла, да? Мула поет, значит, это где-то 12 с чем-то. Значит, по Киеву это 10 с чем-то. Киев выставил. Идите. На-на-на-на-на-на. Как там у вас гимн? Вот идите, пойте его. Ребята. Да, февраль, я сказала. Пятый день войны. Пятый день войны. Мы не сдадимся. Слава Украине! Oh, be living, oh, be living.